Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Первый день, 1000 монет. Это нам не нужно. Так, задание глянем. Получите эфирного времени. Так, маневр. Сделай повороты. Так, можно еще поменять. Эх, ничего подходящего. Ладно, начнем с открытия сундуков. Готово. Готово. Так. Пока ничего нормального, ребят, нам не упадает, к сожалению. Да. Так-с. Тут что? Тут что у нас? Тут все нормально. Результаты, друзья мои, результаты. Смотрим. Как всегда, грустные, унылые. Ну что ж поделаешь. Грустят. Грустят наши ребята. Так, сундук. Ага, монетный ускоритель. Тут зимние шины, турбо, в общем, понятно. Так, всем привет. Вот так вот. Ну что, друзья, поехали, короче, на кубки. Надеюсь, сегодня мы возьмем 43 тысячи кубков. Ну, по крайней мере, я хочу их получить. А уж получится или нет, будем смотреть. 3 дня не играл, ребята. Так что, не знаю, сноровочку уже потерял. Ой-ой-ой, давай понизу. Вот сейчас вот зачем я так делаю? Тихо. Правильно, тут лучше аккуратненько. И первое место за нами. Там еще вил. Один партизан за нами ехал, но не тут-то было. Так, спокуха. Че, я самый этот, да? А что-то они там все позастревали, или что-то произошло с ними? Я не знаю, что с ними случилось. Они там все застряли где-то. По ходу дела вообще ребята все погибли. А нет, вон, приехали. Приехали. Ну, они там очень много времени потеряли. Лучше бы не было идеального старта, ребята. Лучше бы они, конечно, как я бы, по воде поехали бы. Мне кажется, было бы намного больше толку от этого. У кого-то там что-то отвалилось, по-моему. Тебе не показалось? Фига там один чувачок пролихачил. Как он там, интересно, я так и не понял. Ну, в любом случае, мы первое место заняли. Кстати, нам же нужно... Нам же нужно поменять наши тряпки. Это что такое? Что это за костюм, а, ребят? Это не костюм, это бред какой-то. Мы же... О, у нас есть шапка шахтера. Это что-то новенькое. Так, по физиономии. Что бы нам взять? Мы же что-то вроде получали нового. Вот, по-моему, вот это у нас новое, да? Вот так вот сделаем. Клоун грустный. Что-то хочется такого. Даже не знаю. Давай вот так вот. Чувак довольный. Так, у нас кубок сумрачной долины. Опять что-то мою машину, ребят, подкидывает. Как сумасшедшую. А почему он проехал идеальненько? Ну, я первое место взял. Идеальненько даже не врезался он вверх. Понимаешь, он даже не врезался. А я, возможно, благодаря тому, что врезался, и то, что мне оторвало там кусок крыши, возможно, именно из-за этого у меня получился хороший буст. Но он все равно... Блин, я ненавижу, когда вот едем одинаковыми все. Я начинаю вот просто теряться, ребята, элементарно. У меня начинает мельтешить все перед глазами. Эти все машины, блин. Трэш. Ненавижу это. Еще такая местность, блин, знаешь, рябящая. Да тут надо было не ускоряться на самом-то деле. Он запарил меня уже, а? Этот Эбби, блин.
к тебе первым вряд ли, конечно, приеду. Но по итогу все равно я первый. Так, поехали дальше. У нас кубок по скоростному спуску. Ё-моё, я помню эти скоростные спуски. Фига там. Один там обалденно нырнул. Так, я здесь не запрыгну в любом случае. А кто-то там перепрыгнул, ребята. Вопрос. Фига? Ты видел, Чепушил откуда-то сверху спрыгнул, блин. Че, обделались, ребятушки? Досмеялся, блин. На тебе. Подрезал прямо на финише. Вот, я представляю, так обидно. Вот мне бы было бы обидно, ребят. Если бы ты шел первым, а тебя тут бац так. Просто на финише. Оп, подрезали. Так, ватрушка там, да, выпендривается, я смотрю. Ну, что-то я вообще захандрил. Третий. И по итогу... По итогу третий? Откатываемся, ребят. Так, я получил эфирное время. Ну, награду я имею в виду за эфирное время. Так, и здесь первое место, окей. Что-то слишком много, мне кажется, тут раллийных авто стало. Тебе так не кажется? Просто немерено. Да, и здесь мы тоже первое место взяли. Прекрасно. То есть уже я себе обеспечил первым местом, даже несмотря на то, что если мы здесь, вот в этой гонке, займем там второе или третье место. Или даже если разобьемся. Этот с крыльями там едет. Мы почти нога в ногу едем. Почти нога в ногу. Четыре раллиек. Четыре раллийных авто было, представляешь? Давай, родной мой, жми. Вот здесь как раз бы с горючечкой бы. Ой, как хорошо бы, друзья, было бы. Потому что оно бы давало бы нам буст. Не вздумай. Фу. Из машины вылетел все в хламину. Так, первое место за нами. Так, давай открывать, наверное, сундуки. Крылья. Так, здесь ускоритель фляг. А здесь ускоритель фляг. Плюс мы выполнили задание. Замечательно. Так, восхитительные диверсии. Я не могу назвать их восхитительными, потому что они нифига не восхитительные. Они вредительные диверсии, я тебе скажу так. Оу! Вот это да, вот это, ребят, я начал. Вот это мы хорошо. Прям удивительно я начал. Разогнался и сразу перевернулся. Что, залетишь сюда прям? Давай не будем вот этого делать. Чувак тоже что-то не рискнул, да, я смотрю.
Ну давай, тут уже финишем пахнет. Все. Фу. Блин, надо еще, ребят, как-то гонку выигрывать. Надо гонку выигрывать, если мы хотим, ну, чтобы все было нормально. Давай. Не надо только... Есть. Ну, какое место? Первое. Надо же, даже здесь первое место мы взяли. Хотя я перевернулся, ребята, в первом заезде. Просто перевернулся. Я думал, что, ну, второе место. Так, а это у нас глубоководное погружение. Ого. Стартуют, ребятушки, я смотрю, не кисло. Совсем не кисло. Если честно, я даже немножко удивлен. Немножечко удивлен, немножечко поражен. Так, ускоряться здесь не будем сильно. Так, здесь тоже. Так, и тут также. Фью, чуть было черепундель не снес ему. Тут лучше, ребята, аккуратно. Ну, раз уж заехал сюда, поехали. Что я могу еще сказать? А что, тут одна гонка, что ли? Тут одна гонка, ребят. Потому что очень долго я ехал. Ну и, сам видишь, прекрасно приехал первым. Замечательно. Так, это мы все откроем. Ну что, забытое шоссе. Но здесь должно быть прикольно. Посмотрим, насколько прикольно. Куча ролей их заедет. Я как этот. Нормально? Фокусы такие вот устраивают меня. Где же там финиш-то? Где финиш, ребят? Или тут опять одна гонка? По-моему, здесь одна гонка. Уж слишком долго мы как-то едем. Да. Фух. Так, друзья мои, большой воздушный кубок. Почему он называется большой воздушный кубок? Тут же вроде бы мы... Ого, на тягаче. Друзья мои, тягач это, ну, такая штука. Тягач, он и в Африке тягач. Едет быстро, едет шустро, но все равно, ребят, я здесь первым. Здесь я первым приехал. Я не знаю, наверное, у этого тягача нет того, чего обычно у них стоит. Потому что он... Вот сколько я помню из игр с тягачом, он всегда мог ускоряться просто на пустом месте. Просто стоит и... Вжух, летит там как сумасшедший. Но здесь... Видимо, этот тягач не прокачанный. Наверное. Представляешь, если бы у меня еще сейчас были крылья, я бы как летел бы далеко. Вот и все. Тут вообще быстро все у меня получилось. Ну, совсем немножечко, и, друзья мои, кубок у нас будет в кармане. Новая краска. Это у нас для дизеля. Фабричный кубок. Кто-то говорит: Рэй, а почему ты не проходишь другие события? Ребята, чтобы проходить другие события, нам должны нужны машины, причем прокачанные машины. Я там попытался при вас, по-моему, в прошлой серии, и вы видели, да? Принять участие. Половина машин нету, и смысл. Может быть, действительно нам тачки все покупать?
Блин, ну это сколько времени уйдет? Правильно кто-то написал в комментариях. Если пока ты, Рэй, прокачаешь там все тачки до второго пришествия. Я не могу не согласиться с этим. Потому что действительно здесь, в отличие от первой части, очень тяжело зарабатываются монеты. В первой части с этим все попроще. Там можно на одной луне неплохо зарабатывать. Здесь же нет. Тут только вот от сундучков, от заездов. Ну и ты сам видел, сколько здесь все стоит. От покупки машины до прокачки. То есть все очень дорого. Вот, называется, заговорился и... Меня ребята здесь облапошили. Ладно, посмотрим, может быть, хоть вторым приехать бы. Третьим. Ну, в любом случае, первый по итогу. Потому что я уже задел себе, так сказать, сделал. Ну что, пустынные пещеры, шиворот на выворот? Это что такое шиворот на выворот? Куда ты с таким бустом-то? Он ускорение врубил в пещере. Воу. Ребята, лихач. Это что там сейчас пролетело? Вертушка? Лихач. Лихач просто развалится по дороге. Вот поэтому, ребята, я и как бы не знаю, как на нем вообще можно ехать. Он быстрый, я не спорю, но он так ломается шустро. Куда тебя так заносит-то? И, ну тут я первым. Вертушка там хотела, конечно, там обогнать, но... Ну, о, ты видел? Лихач просто перелетел этот кактус. И все, я смотрю, все замедляют скорость после прыжка. Ну ведь согласись, было круто. Просто облапошил всех. Просто, ребята, всех облапошил. Так, крылья. Тут что там? Амортизаторы. Зеленый кубок у нас. Так, есть что прокачать бесплатно? Че, прям вообще ничего нету? Ага, вот. Сколько? 40 тысяч стоит. 40 тысяч. Совсем, что ли? 40 тысяч. Прокачать. Да. Ну что, друзья мои, лесная тропа. Там спортивный какой-то кар. О. Тьфу ты! Да. Приехал, называется, на свою голову. Да что не так-то с тобой сегодня, ё-моё, ты испугался, что на этих... Чё он там едет, не могу понять. Смотри, 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 смотри. Все, приплыли, да? Второй. И по итогу у меня всего... А какой второй? Третий? А кто первым-то там был? Этот, что ли, меня переплюнул? Зашибись. Чего у него там, не могу понять? Этот-то прыгает, что ли, не пойму. На амортизаторах на этих? Или что он там делает? Фига не пойму, ребят.
вообще не понимаю, что произошло. Меня здесь даже и нету. Откатываемся назад. Так правильно, первую гонку я перевернулся, блин. Вот это вот, ненавижу, терпеть не могу, блин. Так у них у всех, по ходу дела, стоит этот ускоритель. Третий, вообще третий пришел. Или мне кажется, или стало посложнее играть. Не могу пока понять, если честно. Дай-ка я вниз пойду. Ну что опять-то не так, блин, ёпрасоте, ну. Ехал, блин, нормально, начинает вот тут елозить, блин, на одной месте, блин. Ж бесит. Едь нормально, чё ты придурячь-то, блин. Понятно, короче. Опять пятым сейчас приеду из-за вот этой вот трихомудии всей, ребят. Нубло. Все. Попрыгай там мне еще. О, хороший, хороший, ребята. Ну-ка. Форсаж на танк. Мне форсаж дадите? Мне форсаж на мою, блин, раллийное авто. Дадите мне форсаж или нет, блин? Фиг там, не идеальный старт, не шиша. Да ё-моё, эти прыжки занудные. Это опять что ли это? Понятно, ребят, тут я сфейлюсь. Я не могу вот это вот. Лоффул, да. Последним. Ну это бесевая, ребята, ерунда. Вот это вот бесит меня, когда подлет вот этот вот. Если бы не он бы, блин. Так, летим, летим аккуратненько. Хи-хи. Кто-то там обделался, по-моему. Вам так не показалось? Так, ну что, третья гонка. Пока у меня второе место в таблице лидеров, блин. Каменный вот этот вот. Давай. Бумс, ну естественно. Куда ты вперед, батьки-то, лезешь? Да. Вот тут ирок. Так, ну что, у меня второе место? Да, второе. Погнали. Лезет он, блин. Что там у нас? Я вниз пошел. Да, тут еще не легче эти нагорные тропки. Приехали первым. Ладно, фиг с ним. Поехали дальше. Да, вот это вот лучше перелететь. Это не мое. Тут камни ихние. Ух. Я манал эти нагорные тропки их. Лети как птичка. Есть.
Окей, друзья мои. Ну и последняя гонка. Так, я, наверное, куда? Вниз надо было, наверное. Кто-то перевернулся, да выпендривался. Как тебе такой раскладик? Ух. Слушай, нормально я тут взял высоточку. Все, ребята, первое место. Четенько, конечно, четенько. Но мы еще не взяли. Мы еще с тобой не взяли награду, так что едем дальше. А, взяли, взяли, ребята, все, взяли. 43 тысячи кубков, отлично. Так, ну что, на этом. Привет, привет. Привет, ребята. Я что хотел? Я хотел, знаешь, что попробовать? На сельской местности попробовать хотел ККМ-ку. Так, у нас сколько? 293 монеты. Давай посмотрим, что из себя представляет ККМ-ка. Так, что там? Пропустить. Накапливать энергию при вождении и торможении. Это что такое сейчас было? Это вот, типа, вот так она накапливает энергию? Буст вот этого, да? Или что? Я не понял. Не могу врубиться ничего. Вот она нагревается, и что? Хоть ты тресни-то, ты мне... Я ничего не понял. Я вообще ничего не понял. Что надо было делать? Накапливать энергию этим и этим. И все. Ладно. Ладно, друзья мои. На этом я буду закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.